Друзья, всем добрый день. Это продолжение видео о том, как прожить на 15 тысяч в месяц. То есть могу бы я выложить все в одно видео, но у меня не получается, я не умею делать, соединять вот это все. Дочке сейчас некогда, у нее диплом. Поэтому я разделила на два видео. Ну, больше я не буду снимать об этом. И так всем все понятно. И я хочу показать вот сегодняшний обед. Я сварила супчик. Супы я варю довольно-таки жидкие. Я не люблю густые супы, потому что суп, он должен быть супом. На второе вот у меня вермишель с сердцем, я говорила, да? Отваренное сердце, потом через мясорубку перекручиваю и обжариваю ее с луком срезанным и добавляю вермишель. Но то, что через мясорубку перекрутила, оно берет в себя очень много масла. Масло, поэтому я обжариваю лук, потом добавляю вот эту печень. Когда добавлю вермишель, и она будет горячая, я добавлю туда слегка сливочного масла. И у меня такой салатик. Это редиска своя, свои яйца. Ну, лук, укроп и сметан. Сметан с магазина. На ужин я вот уже замариновала крылышки куриные. Вот, и почистила картофель, чтобы потом я уже к этому не возвращаться, просто поставлю на плиту и все, и будет вариться. То есть у нас полноценный обед. Обедать я сегодня буду одна, малой не хочет, он такой у меня не ест, я ему отдельно варю вермишельку, ну вернее откладываю, и со сливочным маслом смешиваю просто без мяса, так он любит. Ну не заставишь ребенка есть, я думаю, все это поймут. Вот это вот видео нужны для хозяек, которых небольшой бюджет и не знают, чем кормить семью. Вот прочитала по комментариям, да, то есть многие женщины просыпаются и засыпают с мыслью тем, чем накормить семью. Конечно, 15 тысяч, это 15, там 20, даже 25 тысяч, это вообще, это мизер для семьи, это очень мало. Но выкрутиться, тем не менее, можно. Как у меня вот одна знакомая, да, живет тоже в деревне, у нее не растет ни картошка, немножко там 2-3 луковички на перо. Наверное, пару раз поесть, не знаю, потому что у нас лука уходит очень много. Ни кур, никого. Я приехала в деревню с города, и она как говорит, это вам городским все надо. Да, надо. Вот у той зарплаты еще меньше, семья не меньше, ну там двое детей. Вот. Ну, кормить-то всех надо, и постоянно нет денег, нет денег. Ну, денег всем не хватает, но можно же, можно. Я считаю, что можно как-то сэкономить, да, не покупать те же блинчики в магазине. Ну, бывает, иногда купишь, да, неохота, но это я не знаю, в моем случае раз в полгода. Мы не покупаем колбасу, не из-за того, что у нас нет денег. Ну, мы ее никто не едим, никто ее не любит. Малой любит, но я стараюсь ему не давать. И, ну, редкий раз куплю сосиски, потому что будут сосиски, кроме сосисек он есть ничего не будет. Вот. То есть блинчики те же можно заморозить, те же манты можно накрутить, заморозить, все это сделать. Потому что вот я посмотрела манты по 300 рублей килограмм и посчитала. 250 рублей свинина стоит, 50 рублей как раз мука. Лук добавил, и у тебя получается не килограмм, а уже 2-2-200 где-то на выходе. Потому что я делала так, заморозил. Сейчас будет уже своя капуста, раннюю капусту я сажаю много, также заморозил. Голубцы, ленивые голубцы. То есть прожить можно. Опять повторюсь, хочется жить лучше. Но как есть. Вот. Обедать у меня сегодня никто не будет. Дочка убежала в институт, брат убежал на работу. То есть обед весь остался. Получается, вот это обед завтра уйдет. Вернее, уйдет на завтра. Вот, считай, завтра уже готовить ничего не надо. Возможно, даже и крылышки уйдут на завтра. Но это видно будет, кто как устанет, как говорится. Как мы говорила, моя очень хорошая знакомая Алина говорит, у тебя никогда не бывает отходов. У меня никогда, правда, не бывает отходов. Сейчас у меня есть... Вот я лук нарезала на зиму, я вам показывала, чтобы заморозить, да, вот этот вот цветной. А это у меня уйдет к курицам. То, что оставалось у меня там очистки картофельные, все, вот это у меня тоже уйдет курам, я им там варю, потому что покупать им дробленку пшеницу тоже дорого. Нет, я добавляю, но добавляю все вот в этом в смесь, и отдельно я им даю. То есть у меня утром это получается дробленка, в обед я им тоже варю,
На ужин у них пшено, пшеница. Вот. И остатки, какие-то хвостики. У меня еще есть собака. Тоже ее надо кормить. Ну, все хотят кушать. Как бы, знаете, смотрю очень мало видео, ну, бюджетной еды хочется. У кого тут сидишь, не знаешь, что приготовить. Залезешь в интернет, именно видео, посмотреть, что хозяйки там готовят. Как-то очень мало. В основном добавьте то, не знаю, что, пятое, десятое. Короче, что стоит очень там... Ну, на 15 тысяч не уложится. Хотелось бы таких видео, чтобы уложиться на 15 тысяч. А кто вот живет в городе? В городах живут. У них же даже нет ничего своего. Ни той же редисочки, ни той же морковочки, ни той же... Не того же огурчика, укропчика, это все надо купить. Представляете, как те люди живут? Не поэтому, кто в деревнях, у кого все свое растет, переживать, чем кормить. Да прокормимся с голоду, не умрем, и детей прокормим. Я вот так возьму, подумаю, а как живут бабушки, там, пенсионерки? Кто-то говорит, ой, они не хотят есть. Ну как же они не хотят есть? Хотят они есть, хотят они и сладкое, и колбаски, и такой колбаски. Все хотят жрать. Ну поэтому... Какой-то выход надо делать. Как говорится, с голоду не умрем. Вот такой вот обед. Если, конечно, интересно, я могу выкладывать каждый раз то, что я готовлю. И готовлю, естественно, мы не только вот такой вот едим. И плов мы едим. Едим из дорогого, с настоящего риса. Все это есть. И есть это у всех. Ну, люди просто любят поплакать. У меня денег нет. Деньги есть у всех. Абсолютно у всех, только у кого-то меньше, у кого-то больше по доходам и расходам. Как говорится, не важно, сколько ты зарабатываешь, важно, как ты тратишь свои деньги. Ну, на этом все. Кому понравилось мое видео, ставьте лайк. Всем большое спасибо. А мне приятного аппетита. Всем пока-пока.